Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня вы увидите самый дорогой крафт в Standard 2, да потому что я буду крафтить статрек, легендарки, MP7 граффити, и при том не просто 10 штук, а 20! Ребята, я потратил на это 7к голды! Плюс, помимо всего этого, будут еще другие скины. Если вам, ребятки, нравится подобный контент, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Мне реально будет очень-очень приятно. Не тормози, смотри видео дальше. Представь то, что с доната ты можешь получать 25% обратно. Звучит очень круто, на самом деле это правда, потому что это очередная халява от App Gallery. Если у вас нету приложения App Gallery, вам нужно будет его скачать и в нем зарегистрироваться. Все очень просто. Для начала удаляем стендов. Ну а теперь по ссылочке в описании мы обратно устанавливаем стендов. И самое главное, помните, регион Россия. И вуаля, мы в стендофе. Прямо сейчас сдоначу и получу кэшбэк. Давайте попробуем купить 100 голды. Все элементарно. Выбираю 100 голды, и я получаю 25% кэшбэка. Ну а прямо сейчас я плачу, и мы все это проверим. Не забывайте после оплаты нажимать кнопку «Получить». Ну и как мы видим, все работает. Монеты я получил, голду я получил, поэтому и ты получай. И монеты Huawei я могу тратить на новые донаты. Одна монета, 1 рубль. Все подробности читай в описании. Почему я вообще решил потратить так много голды? Да потому что, ответ крайне прост, мне сказали, то, что есть очень маленький шанс скрафтить что-либо с Nameless Collection. Конечно, мне это показалось полнейшим бредом, но я так считаю, попробовать стоит. Мало ли что, а вдруг мне прямо сегодня выпадет какой-то VM Sport 2 или еще что-то. Кто его знает, поэтому присаживайся поудобней и приятного тебе просмотра. Мне вот, ребята, стало интересно. Никто ни разу в жизни не видел, чтобы эти скины кому-то падали после катки. Ну откуда их так до хрена на рынке? А вдруг разработчики сами их вручную добавляют на рынок? Ну что же, господа, я предлагаю перестать говорить и начать действовать. Погнали крафтить. Вот давайте вот просто, вот я так наугад на что-то кнутой буду крафтить. И ты. Так. Так, М110 кибер. Ну давайте, дешевый крафт, самый занудный. По-быстрому. Просто берем, крафтим и... Что он выпадает? USP писец. Мы купились? Да хрен его знает, там скины за 2 голды, поэтому все равно. Но сейчас, ребятки, будет самое-самое интересное. Давайте. Ну, начнем с эпиков. Просто по лайту начнем с эпиков. Ребят, с вас самое главное поставьте лайк, потому что я потратил реально очень много голды на это видео. Ну, прям очень много голды, поэтому я очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Вау, кстати, выпала хорошая легендарка, мы окупились. Блин, ребят, слушайте, пока что все очень даже хорошо. Так, ну что же, погнали делать уже интересные крафты. Ребят, дешевые крафты вам не интересны, мне тоже. Эпики статреки. Вот этот крафт стоит 400, да? А ну-ка, проверочка. Да, 400 голды, то есть крафт за 400 голды. Ребятки, нажимаю кнопочку крафтинг, выделяю 10 вот так вот М40 вейков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну что же, давайте. Какое-то заклинание. Ахалай, махалай, дорогой статрек, легендарка, выпадай. Так... Прикиньте, еще будет в М-Спорт 2, вот это я балдею. И мне выпадает... Статрек Некромансер. Что-то мне так подсказывает, что мы капец как сильно лоханулись. Ну что же, ребятки, переходим дальше. Крафт номер 2, эпики, статреки вообще на изи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это еще один крафт, который мне обошелся в 400 голды. Ребята, просто держите кулачки. Просто давайте вместе. 3... 2, 1. Вау, просто вау. Мы окупились, да, детка, мы окупились. Сколько стоит, хочу проверить, а ну-ка, ребята. И это стоит 370 голды. Вот это я понимаю, вот это да. Мы в плюсе, ребятки, просто зашибись. Тем более, учитывая, что некоторые прошлые скины покупал по 0.03, то мы даже в огромном плюсе. Так, я предлагаю наш крафт немножко разбавить крафтом легендарок. У нас легендарок просто зашибись и больше. Ну посмотрите, сколько легендарочек. Ребят, вообще на спаганике крафтим аркану. Нам выпадает Фомас Фьюри. Кстати, я его хотел купить, поэтому в принципе очень даже неплохо. Продолжаем дальше серию крафтов. Блин, ребята, обалдеть, сколько всего. Просто мама, роди меня заново. Ребят, ну вы посмотрите, сколько же всего. Опять Фомас Фьюри, да вы рофлите. Так, пацаны, вот в третьем раз надо выбить что-то подороже. А ну-ка. Так, пожалуйста. Дробовик Некромансер. Не подкачай, не подведи. Мужик, я в тебя верю. И
P350 Forest Spirit. Вот это я понимаю. Вот это уже по-нашему. Мы опять в плюсе. Так, почтенные, ну, вы думаете, это все? Нет, не все. Я продолжаю крафтить, начинаю меньше говорить, начинаю больше крафтить. И я не знаю, что мне выпадет. Надеюсь, что-то нормальное. Пожалуйста, скрестил пальчики, и мне выпадает Акер Дрэгон. Охренеть! Охренеть! Мы опять окупились. Не, ребят, я обожаю крафты. Кто бы что ни говорил, но крафты — это просто топ-тема. Так, пацаны, а давайте ради интереса скрафтим скин с наклейками. Мало ли что. Мало ли произойдет какое-то чудо. Давайте скин с наклейками, и мне выпадает G21S, слушай, тоже очень-таки неплохо. Блин, ребят, ну я просто кайфую от этих крафтов. Ну что же, а мы плавно и медленно подбираемся к самому дорогому крафту. Но перед этим скрафтим эпики статрек. Давайте, 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 давайте. Выбираем вот так вот 10 штучек. У меня их даже, кажись, больше, да? У меня их даже один лишний скин. Ну что, ребята, ахалай-махалай, пусть что будет. Статрековым дрэгон! Так, у меня только один вопрос. Сколько стоит... 490 голды. Вот это я в плюсе. Блин, пацаны, слушайте, я люблю крафты. Кто бы что мне там ни говорил, но крафты — это топ тема. Ну, ребят, не боитесь, это не все, это не все. Ща буду крафтить самое интересное. Подождите, ща все будет. Перед этим скрафтим, так сказать, налегке легендарочки. Пацаны, опять возьму скин с наклейкой, потому что когда я выбираю скин с наклейкой, мне что-то больше везет. Давайте. Абракадабра! Аркана Дагадабра Выпадабра. Блин, пацаны, что я несу? Так. P90 Самурай. Ну, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Можно было и лучше, так сказать. Ну что же, а прямо сейчас настал тот момент, ради которого вы все сюда пришли. Мы будем крафтить самые дорогие легендарные скины. Один этот скин, просто внимание, стоит 300 голды. Ребят, 300 голды, вы представьте, один крафт 3000 голды. Просто вдумайтесь в это, насколько же все это дорого. Ох, ребята, ребята, вы даже не представляете, как же мне не по себе. Ну что же, мы должны это сделать, ребят, все ради контента. Просто, если вы еще не поставили лайк и не подписались, я не знаю, что тут делать. Поэтому быстрее ставь лайк, быстрее подписывайся на мой канал. Ну а я начинаю. Просто 4, 3, 2, 1 и... И... Так, 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 вы уже видите, что мне выпало? И мне выпало... Статрек P90 Самурай. Ну, честно говоря, сколько это стоит, добро? Это добро у нас стоит... 700 голды. Ну, мягко говоря, я лоханулся. Но, ребят, не огорчаемся, у нас все впереди. Мы должны это сделать. Мы должны сделать крутой дорогой крафт. Я сейчас выберу скин с наклейкой специально, потому что когда я выбираю скины с наклейкой, мне везет. Выбираю скин с наклейкой. Ох, ребятки, вы даже не представляете, что происходит у меня внутри. Вы просто не представляете, как же внутри там все кипит. Сердце просто вырывается наружу, говорит, Кента пока. Нет. Давайте, ребят, просто мы должны это сделать. 5, 4, 3, 2, 1, и. Давайте, на счет 3 открою глаза. Раз, два, три. P90 Самурай, ну блин, ну. Ну, ребята, ну я хотел что-то получше. Ну что же, ребятки, честно говоря, мне ничего нормально не выпало. АВМ Спорт не выпал, никакой скин из Nemesis Collection не выпал. Даже, блин, Акер Дрэгон Статрек тоже не выпал. Короче, ребят, я просто ухожу в тильт. Конечно, мы временами окупались, но временами уходили в минус. Но, ребятки, не огорчайтесь, для вас будет халява. Каждый из вас хочет получить на халяву какой-то скин. Прямо сейчас напишите, за сколько голды вы выставляете скин и какой скин надо у вас купить. А тот, у кого есть голда, тот просто возьмет и купит. Даже, возможно, куплю я. Ну что же, в принципе, это все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кентуха, всем удачи, всем пока. Yeah.